Добрый день, Росатом Уголь. Добрый день, дорогие гости. Хотя, наверное, сегодня гостями-то никого и назвать нельзя, потому что это одна, наверное, семья наша, Росатомина Уголь, потому что мы тот, кто работает, тот, кто живет с нами, это все одна семья, и все мы делаем общее благо, потому что мы стараемся делать для вас, вы стараетесь делать для нас. Поэтому с праздником вас! Семья на номер! Семья номер три! От лица управляющей портовой компании хочу сказать, что каждый специалист любого предприятия, будь то финансист подразделением, вот, представителем которого я являюсь, юристы, коммерсанты, кто угодно считает и правильно совершенно делает, что без них общее дело не делается. Но хочу отметить, что без вас, без тех людей, которые сегодня присутствуют здесь, ничего бы не сделалось на терминале. То есть вы как раз те самые люди, которые обеспечивают процесс, контролируют его от прихода вагонов до погрузки сюда. Спасибо вам большое за ваше участие в этом большом непрерывном производственном процессе. Я тоже сердечно поздравляю с победой нашей. Это наши, как вот Евгений Григорьевич сказал, уборщицы, которые непосредственно участвуют тоже фактически, вот, занимаются выгрузкой, ставят свои же рекорды, и мы их же бьем. Смену Розану, Саня Нилу, смену Стивердо, Леха Аксену, вот. Звеневой Денис Лепешкин, ну и, соответственно, смены, которые вот фактически. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира, благополучия и всех человеческих благ. Ну, а на следующий год, я говорю, или в этом году, я думаю, кубок останется за нами. Вот. Везет тот, кому, вернее, да, как там говорят, да, кто везет. Хотя и говорят, что там нам повезло. Не повезло, два года подряд это. Ваша работа. Спасибо вам. Thank you.
его работниками, либо наоборот работниками, работников с вашим начальником. Тот случай, когда совокупность факторов имеет положительный результат. Когда я сказала, что выгружаете вагонов, вы явно больше всех, а вот грузите на суда, здесь в этом показателе вы не являетесь лидером. В лучшей сделали работу над ошибками. Вы стали выгружать в этом году больше всех первые три квартала. Грузить на суда первые три квартала больше всех. Территория развития.